Этот урок ОБЖ шестиклассники 14-го лицея имени Гагарина будут вспоминать еще не раз. На занятия к ребятам приехали спасатели Мособлпошспаса и Центра гражданской защиты с четвероногими питомцами корги. Очень здорово, что именно в игровой форме сегодня пройдет такой обучающий урок и семинар, где вы увидите, как надо оказывать первую необходимую помощь. Спасатели первого класса, выше только международный, на примерах и собственной практике в красках рассказали, как важно соблюдать правила безопасности в повседневной жизни. Показали, как работает оборудование, которым оснащено пожарное подразделение в Медвежьих озерах, и с каким снаряжением сотрудники МЧС выходят на тушение пожаров и аварийно-спасательной работы. Это, в первую очередь, боевая одежда пожарного. Вот она, куртка со штанами, защитная каска пожарного, вот, дыхательный аппарат для работы. Непригон для дыхания в среде, тепловизор, групповой фонарь, средства связи. Кто-то из ребят воспользовался моментом и примерил экипировку на себя. Как ты себя ощущаешь вот в этом обмундировании? Тяжело, но нормально. Если вас стал бы работать пожарным, поднимите руки. А почему? Как ты думаешь? Почему ты? Потому что, спасая жизнь человека, ты делаешь добро. А еще на этом уроке ОБЖ лицеисты на манекене тренировались в оказании неотложной помощи, увлеченно отвечали на вопросы тематической викторины. По какому номеру вы будете звонить при возникновении опасной ситуации? Пожар, кому-то стало плохо и так далее. Первое – 112, второе – 003, третье – 111. 112. Какой, ребят, был самый неожиданный для вас вопрос? Когда отмечается День МЧС? Да. И когда же отмечается День МЧС? 28. Одно из заданий подготовлено на смекалку. В разобранном пазле скрывались зашифрованные силуэты любимого детьми домашнего питомца. Мы собрали собаку породы корги. А что ты знаешь про эту собаку? Ее завезли кельты из города Уэльс. Главная цель вообще этого мероприятия, чтобы были активные дети, активные люди, видели, что все не так плохо в нашей жизни. И мы можем делать нашу жизнь лучше. Оказать помощь пострадавшему значит сделать добро. Этому учат со школьной скамьи. И если в трудную минуту ребенок вспомнит пса корги и призовет на помощь спасателя МЧС, значит, этот урок прошел не зря. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.